сожалению, по некоторым причинам не получилось снять полноценный видос с гонки, взятия Каштака. Но я там был зрителем и кое-чего наснимал на телефон. Также есть некоторый материал от Алексея, неважно, тоже с телефона. Видео с рук, все трясется, но все же это лучше, чем ничего. Давайте посмотрим, как ребята преодолевали препятствия этой непростой гонки. Давай, давай, давай!
так нужно проезжать. Красавчик. Спокойно давай!